Привет, дорогой зритель! Сегодня представляю вам куртку-ветровку от фирмы Columbia, модель Western Barlow, темно-синего цвета. Это ярлычки. Куртка пошита во Вьетнаме в размере XL. На подкладочке из сетки. Она с капюшоном. Эта ветровка хорошо подходит как для городских условий, так и для спортсменов, которые любят бегать на улице. Это ярлычки фирменные Columbia. Здесь представлены технологии OmniTouch, таблица размерности. Представительство фирмы. Ну и также размер. Western Barlow Jacket. Это на рукаве. Технология OmniTouch выбита. Рукава имеют вот такие вот липучки. Также карманы. Карманы с застежкой. Идут. Эта ветровка защитит вас от капризов погоды во время активного отдыха на природе. Была куплена в Спортмастере. По водонепроницаемости Columbia заявляет, что есть мембрана OmniTouch с полностью проклеенными швами и защищает от осадков. Здесь применен вроде бы как технологичный материал, обеспечивает отведение влаги и комфортный микроклимат. Капюшон с ветрозащитой, планкой и регулируемые манжеты для улучшения защиты от холода. Прямой кров. Крой не сковывает движение. И также два удобных кармана, они застегиваются на молнию. Это мужская куртка, ветровка. Она рассчитана на сезон весна-лето, ну и также осень. Материал верха 100% нейлон. Материал подкладки 100% нейлон. Покрой прямой. Дополнительной вентиляции нету. Светоотражающих элементов тоже нету. Швы проклеенные. Длина куртки средняя.
Капюшон здесь не отстегивается. Застежка одна общая на молнии. Она не упаковывается в собственный карман. Манжеты регулируются. Здесь есть наличие мембраны. Применена технология OmniTech. Произведена она во Вьетнаме. Очень удобная куртка. Я ее купил почему? Мои друзья, которые бегают, они мне ее посоветовали, так как в дождь вода просто стекает по ней. И они просто от нее в восторге. Давайте я сейчас ее раскрою, посмотрим внутри ее. Вот такая сеточка внутри. Давайте посмотрим швы. Вот идет шовчик. Ну, выполнено, конечно, очень аккуратно. Нигде нету ни торчащих ниток, ничего. Внизу есть утяжка. То есть ее можно, чтобы ветер не задувал, ее можно утянуть. И будет прекрасно. Так, вот это у нас ярлычок. Ярлычок. Здесь как ухаживать за курткой. Даже можно гладить ее. Стирка. Не выше, чем при 30 градусах. 100% нейлон. Такая вот курточка. Ребята, ну вот я померил курточку. Вот как вы считаете, как она выглядит. Я ее взял по тому, что покупают мои друзья ее постоянно. Вот у трех человек люди бегают, занимаются спортом на улице. И рекомендовали такую куртку на весенний период. Вот и сбоку. Сзади вид сбоку. Манжеты утягиваются липучками. Все очень удобно. Куртка хорошо сидит, прямого кроя. Одену капюшон. Хорошо от ветра защищает. Напишите мне в комментариях, как вам нравится или нет. Можно ли было покупать или не покупать такую куртку. Но мне как бы нравится эта куртка. Материал у нее очень такой дышащий. Вот. Ну, в общем, спасибо вам за внимание. До свидания.